Господи, Кэт, как же ты это делала? Кэт! 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 Слава богу. Какого черта? А то я уж подумал... Да подви на ночь, у меня бессонница. Послушай, сколько можно себя истязать? Ты посмотри, на кого ты похожа. Этим ты ничего не изменишь. Только себе хуже сделаешь. Тебе нужно выбираться из всего этого. Ты меня слышишь? Кэт, ты в состоянии соображать? Вот. Вчера скрыла файл в компе Урмаса. Он следил за ней даже в России. Жил со мной, следил за ней. Ну сколько можно себя истязать? Урмас погиб месяц назад. Какая теперь разница, его не вернешь? Никакой. Кого-то любят, а с кем-то просто живут. А так никакой разницы. Нет, я его заберу. А то ты и вправду спятишь. Пошел ты, командуй себя! Не обсуждается. Приведи себя в порядок. У меня к тебе очень серьезный разговор. Да пошел ты! Ну вот, другое дело. Садись. Ешь. Не хочу. Надо. Послушай, Кэт, тебе нужно взять себя в руки. На нас вышла крупная компания, которой нужно добыть кое-какую информацию. И если тебе все равно, жить или нет, сделай хоть что-то полезное. Может, интерес к жизни появится. Думаешь? Работа в России. Но цена вопроса такова, что ты можешь всю жизнь провести где-нибудь на островах, ни о чем не думая. Вот и хорошо. Я не сказала «да». Молчание – знак согласия. Или ты и дальше предпочтешь валяться в постели и страдать? Да пошел ты. Что за работа? Выкладывай. Вы помните, в каком гадюшнике я нашел вашего сына в прошлый раз? Так вот это было круче. Где? В Бирюлево. Большой теплый коллектор. Тусил там с бомжами. Там этих немытых гоблинов полно. Сам ты гоблин. Ты помолчал бы. Ну и как ты его вычислил? Ну, по точкам, по блатхатам мы искать не стали сразу. Потому что он понимал, что мы его там через ментов найдем. А вот по карточке, по его, Бирюлева, в трех магазинах отоварились. А потом в этом же районе нам настучали. Ему Вовочка Кроль продал большую дозу. Но из чего я сделал вывод, что именно в этом районе он и завис. Тебе бы, Дима, опером работать, цены бы тебе не было. Да я бы с удовольствием. Я ментов не люблю. Да я в курсе, мать писала. Дальше. Ну, а дальше замкнутый круг. Коллектор. Магазин, доза,
Ему же надо было тушку свою согреть. Хорошо, хоть у кого-то башка работает. Ну, а твоя-то башка где была? Ну-ка, закатаем рукава. Закатай, закатай. Так не трогай меня. Иди сюда. Не трогай меня. Руки! Да у него все руки в дырах. Ты чем думал, сын? Задницей! Я тебя два года вытаскивал из этой ямы, а ты? А я не просил меня тащить. Клинику его, к Володарскому, охраны, чтоб глаз его не спускать. Сделаем. Да убери ты его отсюда, а то я его сейчас убью. Давай, от греха подальше. Да не трогай меня. Давай, говорю, а то он тебя сейчас устроит. Иван Грозный убивает своего сына. Есть. Где же твоя улыбка, бедная моя девочка? Стало еще хуже. Кура перестала спать ночами. Приняла решение вернуться, чтобы показать ее нашему врачу. О нашем приезде я сообщу тебе заранее, чтобы ты смог договориться о приеме. Господи. Заключение. Диагноз – депрессия. Рекомендован стационарный курс лечения в течение месяца. Бедная моя девочка. Значит, сегодня в клинику еду я. Или ты все-таки выберешь время? Ты не был уже 2 дня, Кора ждет. Мама, у меня сегодня очень тяжелый день, но я постараюсь. Я хочу купить ей каких-то новых игрушек. Меня пугает ее маниакальная привязанность к этому жуткому клоуну. Меня тоже, но доктор Рейнгольд не рекомендовал пока разлучать ее с этим мистером Хиггинсом. Он сказал, это, кажется, называется перенос. Она заботится об этом клоуне, чтобы избавиться от чувства вины. Она считает себя виноватой в том, что ее бросила родная мама. Ну, может быть, нам сменить врача? Я не думаю, что это правильное решение. Курс лечения только начат. Мне кажется, стоит подождать результатов. Мистер Харпер, миссис Сеймур на второй линии. Какая наглость! Потрясающая! Скажите ей, чтобы не смела сюда больше звонить! Никогда! Хорошо, миссис Харпер. Так я надеюсь, ты все-таки найдешь время, чтобы навестить больницу дочь. Ты же понимаешь, ей как никогда нужна поддержка самых близких людей. Да, хорошо, мам, я очень постараюсь. Доброе утро. Мне нужен один билет в Лондон на сегодня. И желательно поскорее. А с дочкой ты сможешь увидеть? Не знаю. Ты только не волнуйся. Ты звони, Сашенька. Я звонка буду ждать. Я ненадолго. Я даже на работу не стала предупреждать. Спасибо. Удачи тебе, родная. Спасибо. Пока. Пусть у нашей девочки все будет хорошо. Добро, Бориска. А мы кушать пойдем.
Мельдерс, необходимо последить за Джеймсом. Вы не ослышались. Именно за Джеймсом. Эта русская настолько обнаглела, что звонила ему уже прямо в офис. Не дай бог, он снова поддаст ее влиянию. Я рада, что вы меня правильно поняли. Если что-то подозрительное, сразу сообщайте мне. Добрый вечер, мистер Харпер. Здравствуйте. Прошу. Прошу. Благодарю. Вам удобно? Спасибо, Гордон. Здравствуйте, мистер Харпер. Мне как обычно. Хорошо. Знаю, скоро случилась беда, поэтому я рискнула прилететь. У меня через полчаса очень важная встреча, извини, у меня нет времени. Я буду стоять здесь, пока ты не освободишься. Что ты будешь? Мне, пожалуйста, то же самое. Хорошо. Я слушаю. Я хотела бы, чтобы ты позволил мне видеться с Корой. В данный момент Кора находится в закрытой клинике. Туда пускают только членов семьи. Что-нибудь еще? Значит, депрессия? Да, совершенно верно. У Коры сейчас депрессия. И врачи настоятельно не рекомендуют тревожить ее. А я думаю, что врачи рекомендуют видеться больному ребенку с матерью. Пожалуйста. Спасибо. Это не все, о чем я хотела с тобой поговорить. Благодарю. Приятного аппетита. Спасибо. Я знаю, ты на грани банкротства. С чего ты взяла? Я просматривала биржевые сводки. Я знаю корпорацию изнутри. Хорошо, мне пришлось вскрыть твой почтовый ящик. Прости. Джеймс, я очень хочу помочь тебе, но я мало знаю. Я хочу доказать тебе, что я тебя не предавала. Я хочу, чтобы ты по-прежнему доверял мне, чтобы ты позволил мне видеться с Корой, заботиться о ней. Глеб Баринов. Бизнесмен из России. Он втянул меня в сомнительные медицинские разработки, которые происходят на территории России. И я инвестировал в проект. Позже выяснилось, что деньги прокручивались через непонятные счета и исследований, ну, по крайней мере, легальных, не было вообще. У тебя есть какие-нибудь документы? Мы что, будем изучать документы на голодный желудок? Кстати, здесь неплохо готовят. Приятного аппетита. Спасибо. Здравствуйте, миссис Харпер. Здравствуйте, Дезерт. Я очень рад вас видеть. Спасибо, Дезерт. Я тоже очень рада вас видеть. Спасибо, Дезерт. Пожалуйста, попросите Джема, чтобы она сварила нам кофе покрепче. Непременно. Всего доброго, миссис Харпер. И удачи вам. Спасибо. Дезерт что, не в курсе, что мы расстались? Да в курсе. Хитрый лис.
Ну и что дальше? А дальше… В общем, как только я понял, что это дело нечистое, я решил выйти из игры. Но не тут-то было. Русские так крепко прижали меня контрольным пакетом акций. Если так дальше пойдет, я полный банкрот, меня просто выкинут из корпорации. А если выплачивать те средства, которые они требуют, то я тоже банкрот. В общем, ситуация безвыходная. Послушай, Джеймс, из каждой ситуации есть как минимум 3 выхода. Давай будем держать друг друга в курсе происходящего. Да, связь должна быть безопасной. Я знаю, у вас есть телефоны с защищенным каналом доступа. Я могу обеспечить тебе такую связью. Отлично. Ну, а что из себя представляет этот Баринов? Да я даже с ним ни разу не встречался. Общался только с его представителем. Скользкий тип, рыбьи глаза. Представляю, какой у него хозяин. Картина написана в 82-м году. Он меня удивляет. Это жена художника, Ольга Зарубина. Ей тут всего 22 года. Дима, а тебе нравится? Нет, я понимаю, баба симпатичная. Но что так дорого? Дима, ты не художник. Дима, 5000 зеленых за Александрову, это же даром. Он стоит намного дороже. 50 000 на западных аукционах. Тогда не понимаю, что вообще тянуть. Может, мы бабульку того? Дима, ну и богу. Ну, картина же в банке. Появятся родственники, начнут делить наследство. Тогда нам Александров обойдется несколько дороже. Нет, ты все делаешь правильно. Самое главное – все забрать до последнего. Угу. Вот наша связь. Хорошо. Дела действительно неважные. Этот Баринов может и вправду свалить корпорацию. Но у него есть одно слабое место. Интересно, какое? Ты знаешь, мне кажется, Баринов не заинтересован в том, чтобы о его разработках знали конкуренты и власти. Мы можем его прижать, если найдем действительную информацию о том, какие разработки он проводит. Здорово, но разработки идутся в России, неизвестно где, как мне… Не тебе. Мне придется проникнуть прямо в его лабораторию. Но это же опасно. Я не в таких переделках бывала. Ты же читал мою биографию? Скажи, на какой счет ты для Баринова сейчас переводишь деньги? Я так понимаю, по документам старый закрыт? Деньги должны пройти через новый фонд «Росток». Сандра, мне кажется, ты не представляешь, в какое дело ты впутываешься. Я передумал, отдай мне телефон. Поздно, я не передумаю. Сандра, отдай… Я первым рейсом вылетаю в Москву. И тебе остается либо содействовать мне, либо не мешать. Когда я все закончу, ты позволишь мне видеться с дочерью. Пожелай мне удачи. Нет. Да. Поцелуй, пожалуйста, Кору. Она была в Лондоне, встречалась с Джеймсом. Эта шлюха здесь? А, уже нет. Вернулась в Россию. Мильдерс, надо что-то делать. Было одно средство. Конечно. Найдите эту девицу, Мельдерс. Вы думаете, этой охраны достаточно? Еще 2 человека снаружи контролируют периметр. Думаю, что достаточно. Да-да. Найдите ее. Срочно, Мельдерс. Я в долгу не останусь. Мы не дадим этой русской ни малейшего шанса. Разумеется, мэм. А чуть конкретнее, что для вас значит жить проще? Ну, я все по дому делаю самостоятельно. Я гуляю со своей собакой. Скажите, а машину вы тоже сами водите? Конечно, я очень люблю машины. Да, именно поэтому
Вы занимаетесь экстремальным вождением в закрытом клубе «Адреналин». Вы знаете, по нашим сведениям, цены там совершенно запредельные. Молодец, я же девчонка. Должен быть в хорошей форме. Моя жизнь принадлежит не только мне, но и моим избирателям. Есть, вы идешь, знаете, я уже накрыла. Партия «Надежда» всегда иду. Заботится о нуждающихся. Сегодня мы с вами узнали, что значит быть проще. Программа «Злоба дня» была в гостях у лидера партии «Надежда» Глеба Баринова. А с вами была Анастасия Кульченко. Ну что скажете? Шустрая. Реальная сучка, еле выкрутился. Надавить надо на нее слегка, чтобы впредь повадно не было. Дима, надо смотреть не на шаг, а хотя бы на три вперед. Значит так, девку эту разыскать и прикормить. Пусть нам послужит, раз такая талантливая. Дальше пошли. Дальше. Устроить пиар-компанию нашему благотворительному фонду, чтобы люди видели, что мы умеем работать с бабушками, с дедушками, и с нищетой, и с бомжами, если надо. Кстати, статейка у меня уже готова. Молодец. Женька, смотри, без нас справился. Что, выходит, нас с тобой на свалку пора, а? Ну, я пока на свалку не собираюсь, Глебушка. Туда никто не собирается, только все почему-то там оказываются. Парадокс? Да. Ну ладно. Физкульт-минутка закончилась. Пошли дальше. В наступающем году всем здоровья! Голосуйте за партию «Надежда». Можно взять автомобиль посуточно, а не по часовому. Так будет дешевле. А это самый дорогой автомобиль в нашем прокате. Не имеет значения. Я беру. На сколько часов? На неделю. Но он стоит в час. Неважно, оформляйте, пожалуйста. Замечательно. Прошу вас. Проходите. Прошу. Прошу, присаживайтесь. Секундочку, подождите. Я приглашу нашего главного менеджера. Я думаю, что мы вам сделаем большую скидку. Спасибо. Алло, Андрей? Здравствуй, это Сандра. Скажи, что ты делаешь сегодня вечером? Я хотела бы пригласить тебя в ресторан. Ты так неожиданно убежала тогда. Я не знал, что и думать. Ну, прости. Что, скорый? Все нормально. Слава. Ты на меня не обиделся? Нет, нет, ни пожалуйста. За что. Спасибо. Ну, тогда я предлагаю выпить. За то, чтобы мы всегда друг друга понимали. Согласен? Конечно. Ты шикарно выглядишь. Спасибо. Что у тебя происходит интересного? Да у меня кризис. Вчера полштата сократил. Что у тебя? А у меня тоже кризис. Надоело заниматься переводами. Я много лет занималась благотворительностью. Мне это было интересно. Ну, я прямо так сразу не знаю, что предложить. Надо подумать. Вот смотри. Случайно наткнулась. Ты, кажется, с ним знаком? Не знаешь, может, Баринову нужны новые сотрудники в его фонд? Да, он ищет директора в свой новый фонд. Ему нужен человек с международным именем в благотворительной сфере. Интересно. К сожалению, я не так близко с ним знаком. Я не смогу тебя рекомендовать. Зачем? Я сама могу предложить ему свою кандидатуру.
Мне нужны его координаты, я хотела бы встретиться с ним лично. Барину фигура недосягаемая. Ну, я не знаю, можно попробовать поговорить с кем-нибудь из его предвыборного штаба? Андрей, я же говорю, мне хотелось бы поговорить с ним лично. Это практически невозможно. Он что, нигде не бывает? Ну, почему же? Бывает. Каждый день в своем офисе. С часу до трех. Ну, вот это уже что-то. А давай выпьем. За то, чтобы у нас всегда все получалось. Этот Александров еще лучше последнего. Я тебя, Суворин, вообще за твои связи ценю. Спасибо, Глеб Анатольевич. Стараюсь. Слушай, а увольняйся-ка ты из своей конторы. Пойдешь ко мне юристу в фонд «Росток». Там нужен человек присматривать за персоналом. Всегда будешь мне под рукой. Получать будешь в два раза больше. Ну, как тебе мое деловое предложение? Крайне заманчиво. Вот красавчик, на красный прием. Вот черт, какая девка меня обогнала. Что за напасть в последнее время? Не слишком быстро, Глеб Анатольевич, а? Бог не выдаст, свинья не съест. Ёлки-палки. Здравствуйте, прекрасная незнакомка. А кто же вас научил так невежливо ездить? Сандра Сеймур. Я видела ваше интервью. Вы Глеб Барин, так? Так. Хотела проверить, так ли вы лихо катаетесь. Я, милая барышня, здесь, как вы изволили выразиться, не катаюсь. А еду, как рядовой участник дорожного движения, по всем правилам. Катаюсь я в адреналине. Тот самый клуб автомобилистов? Да. Хотите посмотреть? И не только. Я тоже увлекаюсь экстремальным вождением. Хотите пари? Вы мне пари предлагаете? Боитесь? Я боюсь. Если хотите, вот вам моя визитка. Я вас жду в клубе. И, пожалуйста, поаккуратнее на дороге. До встречи. А то можем не увидеться в клубе. Что вы говорите? Сразу видно, не русская баба. Держится очень уверенно. Из-за каких морей птица? Американка. Пари предложила мне. Жаждет потягаться в автоэкстриме. Приходи посмотреть на этот цирк. Приглашаю. С удовольствием. Обожаю цирк. Но вы же сами видите. Квартирка хоть небольшая, но очень хорошая. Да, здесь уютно. Дворик здесь очень тихий. Кстати, можно и насчет кухонной посуды договориться с хозяевами. Если чего-то не хватает, думаю, дадут люди интеллигентные. Мебель во всей квартире новая. Но, к сожалению, подумать у вас времени только до завтра. Сами понимаете, квартира очень хорошая. Очень быстро уйдет. Все прекрасно. Можем подписывать договор. Ну и куда ты на ночь глядя? Как на пожар. Я поеду завтра утром. Просто вещи решила собрать заранее. И чего тебе тут не хватает? Ну, не обижайся. Едвига, милая. Просто сейчас очень нужно, чтобы я жила в Москве в отдельной квартире. Да там загазованность какая! Зато я так мобильнее.
Если Баринов возьмет меня в фонд, мне будет удобнее добираться на работу. Но как знаешь. Бросайте все меня бессовестны. Ну что ты? Ну что ты говоришь? Ну что? Зато у тебя есть Барбарис второй. А я буду часто приезжать. Угу. Раз в 8 лет. Так я тебе и поверила. Ужинать хоть будешь? Обязательно. Пойду разогревать. У нас, между прочим, сегодня котлеты по-киевски. Прелесть. Глеб Анатольевич, это Сандра Сеймур. Мне приятно, что вы меня помните. Конечно, я не забыла про пари. Да, мы можем встретиться в любое время, я готова. Значит, сейчас по моей отмашке стартуйте по прямой, проходите воздух, поворот, будьте внимательны, он опасный. Выходите вот здесь на восьмерочку, никому не подрезаем, спокойно заходим на второй круг. Повторяю, всего будет 3 круга. Значит, условия соревнования таковы. Если выигрывает госпожа Сеймур, господин Баринов дарит ей свою машину. Если выигрывает господин Баринов, госпожа Сеймур исполняет любое его желание. С условиями стороны согласны? Согласна. Согласен. Тогда пожмем друг другу руки и погоним. Учтите, вы сами напросились. Жень, ты на кого ставишь? Пойдемте, Валер. Что за вопрос, Валер? Партия Надежды наш рулевой, она всегда впереди. А я предпочитаю блондинок. Ну что, ну, да. 500 зеленых? Валер, я так мелко не плаваю. Да ну? И почем же ты плаваешь? Ну, 3 косы. Легких денег. Решил срубить. Да черт с тобой, 3 так 3. Обошла. Смотри, смотри. Ничего, Женя, повезет в любви. Посмотрим, посмотрим. Да, лихо американка рулит. Дай-ка глянуть. Она еще недурно стреляет и скачет, как заправский жакей. Да ну, Амазон. Ну да. Надо будет ее пощупать. Люблю спортивных да темпераментных. Ну-ка, дай-ка. И откуда информация? Да мы уж 100 лет знакомы. А потом расскажешь. Пригодится для хмурения. Валер, с ума сошел, да? А че? Если Клеп ее сюда позвал, значит, он сам попользоваться хочет. Твои деньги будут для меня пусть слабым, но все-таки утешением. На здоровье. Гриша, я тебе сколько раз говорил, что нужно обновить гараж. Спасибо. В
Что ты мне за машину подсунул? Сцепление ни к черту не работает. Так, Глеб Анатольевич, 3 дня назад техосмотр был. Еще раз посмотреть надо. Глеб Анатольевич, все было честно? Я вас поздравляю, все было честно. Спасибо. Я был уверен, что ты победишь. Простите. А вы разве знакомы? Много лет. Сандра всегда побеждает. Я даже помню, как однажды в одном бакинском тире она наспор подстрелила себе мужа. И кто у нас муж? Английский бизнесмен, владелец нефтяной корпорации, Джеймс Харпер. Бывший муж. Могу я засчитывать результаты соревнований, Глеб Анатольевич? Что за вопрос, естественно. Прошу получить выигрыш. Нет, 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 что вы. Вы замечательный автомобилист. Я не могу лишить вас любимой машины. Я отказываюсь от приза. И в этом она вся. Нет, так не пойдет. Абсолютно точно машину не возьму. Можете поменять на желание? Я весь внимание. Мне достаточно ужина в вашем любимом ресторане. Я жду звонка, до свидания. Я позвоню. Поехали. Господа, встречайте победителя. Так, джентльмены, шампанское нами. Наливай, наливай, держите. Наконец. Да, Глеб Анатольевич? Да, могу сегодня вечером. А что интересного под моим окном? Глеб Анатольевич, это уже слишком. Добрый вечер. Вот, Глеб Анатольевич просил передать документы в бардачке. Спасибо. Всего доброго. Моя хорошая. Скоро все будет хорошо. Мама все сделает как надо. Спокойной ночи, папа. И я тебя люблю. И бабушку. И маму тоже. Спасибо. Милая, я выключаю свет или еще почитаем? Нет, хочу совсем темно. А сказку мне мистер Хиггинс расскажет. Хорошо. Подождите, я доложу о вас мистеру Харперу. Мистер Харпер, к вам пришли. Нэнси, меня нет дома. Вы очень заняты, но... Зачем вы входите? Дорогая, я думаю, мы сами разберемся. Мистер Харпер, я объясняла, но... Анна, что ты здесь делаешь? Ну, во-первых, здравствуй, дорогой. Хорошую квартирку ты снял. Как ты меня нашла? Кто ищет, тот всегда найдет. Я соскучилась, Джеймс. Анна. Джеймс, послушай. Ты помнишь, как мы расстались? Джеймс, я очень долго пыталась тебя забыть. Правда, мы думали, что так будет лучше для всех. Джеймс, но я не могу. Джеймс. Джеймс.
Я люблю тебя. Я очень сильно люблю тебя. Подожди. Джеймс, я не могу больше без тебя. Джеймс. Подожди, Анна. Прошу, не стесняйтесь, устраивайтесь поудобнее. Как добрались? Спасибо, хорошо. Уже ориентируетесь в Москве? Ну, я не первый раз здесь. Шато Ренуар, 1979 года. Я позволил себе заказать вина, вы не против? Нет, нет, что вы. Теперь благодаря вам я за рулем. Так что мне все равно. Мне, пожалуйста, воду без газа с лимоном. Минуточку. Давно я не сидел вот так в ресторане, просто за ужином. С красивой женщиной. Сплошная работа, совещания, деловые встречи. Тут еще на носу выборы. Отнимает массу времени и сил. Сочувствую. Жизнь такая короткая. Нам так редко удается делать не то, что нам действительно хочется. Верно. Но ведь есть же еще и долг. Перед страной, например. Вы идеалист? Отчасти. А иначе зачем мне было идти в политику? Да бог с ней, с политикой и бизнесом. Сегодня давайте делать то, что нам действительно хочется. Вы за? Согласна. Хотелось бы с вами познакомиться поближе. Если вам не трудно, расскажите о себе. Ну, то, что я была замужем за Джеймсом Харпером, вы уже знаете. Мне что, стоит начать с самого детства? Я родилась в Америке. Нет, детство мы опустим. Но вообще, чем мы занимались в жизни? Когда были замужем? Во время замужества я занималась благотворительностью. Какой? Я возглавляла российское отделение благотворительного фонда Харперов. Мне нравилось. А как вы оказались в России? Я решила сменить полностью обстановку после развода. Как это у вас называется? Развеяться? Экстрим. Ну и как, получилось? Мне нравится. Я занималась бы здесь благотворительностью. У меня хорошие связи. Пока занимаюсь переводами. Тоже неплохо. А вы интересный человек. Сандра Сеймур. Когда мне прийти? В следующий раз? Мистер Харпер? Давай договоримся, что мистер Харпер снимет тебе квартиру и сам будет приходить в гости. Хорошо? Только пойми меня правильно. Я все поняла. Я просто не хочу, чтобы моя дочь видела в доме посторонних. Она и так перенесла серьезный стресс. Но если это надо ради здоровья ребенка, исключительно ради здоровья. Ну что ж, спасибо за прекрасный вечер. Надеюсь, эта встреча была не последней. Надеюсь. Всего доброго. Артур, Сандру Сеймур, пробей мне немедленно. Ну,
Ну, вы понимаете, это то, что по-быстрому удалось накопать на вашу американку. Ну да, все правильно. Бизнес, замужество, благотворительность, даже американское детство. А нет опасности, что она человек Харпера? Опасность есть всегда. Ты сам-то это читал? Конечно. Значит, невнимательно. Они разошлись до того, как мы влезли в корпорацию. А Харпер не Вольф Мессинг. Он не может предвидеть будущего. Поэтому скорее мы можем ее использовать против Харпера. Сеймур, мать его ребенка. Вот именно. Но после развода он ей не отдал ребенка. Значит, они в контрах. Нет, мы ее сделаем директором нашего благотворительного фонда. Это будет хорошая вывеска. Потом ты не забывай, у нее какие связи. Нет, ты... Пошли ей приглашение на субботний банкет. А если мы ошибаемся? А если что, мы ее вот так. Правильно, Цербер. Здесь ей не Америка с Англией.